Друзья, я рада приветствовать всех, кто зашел на мой канал «Сама себе огород». Сегодня, друзья, я хочу поделиться тем, как я пользуюсь торфяными таблетками и для того, чтобы посеять петунию и эустому. Беру такую мисочку эмалированную, выкладываю таблетки и заливаю кипятком. Вот из чайника я пытаюсь полить таблетки, попасть по центру. Кипяток только сняла с газа, с огня, то есть. Вот так вот заливаю понемножку, ну, чтобы была покрыта вся таблетка. И еще между таблетками немножко поливаю кипятка, чтобы снизу тоже они начали пропитываться влагой. Вот таким образом я залила таблетки, и где-то минут через 10-20, даже меньше, они начнут уже набухать. И нужно контролировать, чтобы они одинаково набухали. Вот видите, сразу некоторые, одна сторона сразу поднялась, другая нет. Можно капнуть еще. Там, где нету такое вот поднятие. И оставляю. Это я вам показала, как я пользуюсь, а вот уже час тому назад такие вот таблетки у меня уже, такие вот они, где-то сантиметра по 3,5 набухли и уже одинаковые. Я подливала сюда еще воду и снизу, и сверху, только кипяченой водой. Теперь я поставила эти таблетки вот в такой контейнер прозрачный. Эустома у меня вот здесь. Здесь 5. Вот такая эустома. Здесь 5 семян. Ну, здесь я сейчас еще не написала название, но всегда я еще подписываю. Тут у меня 9 таблеток. И вот у меня такой вот есть, ну, как бы пинцетик, как сапожек. Кстати, купить можно в хозяйственном магазине. Там такие наборы есть. И вот уже по центру я вот так вот сверху сюда выкладываю по одной семена по одной штуке. Можно это, конечно, делать, и многие пользуются и зубочистками. Ну, вот так вот. Примерно все вот так это делается, друзья. Чтобы не занимать у вас больше времени, потом я опрыскиваю с опрыскивателя просто. И здесь, с этой стороны, я подпишу уже другое, посею петунию или же вербену. Таким же образом. И накрываю таким контейнером. Где-то дней 5, может быть, они постоят у меня в теплом месте, без лампы. А потом я ставлю под фитолампу. Таким вот образом, друзья, я выращиваю петунии и вербену, и эустому. Именно в таблетках. И периодически, каждый день обязательно нужно открывать и проветривать. Когда тут будет собираться конденсат, нужно будет проветривать хотя бы минут на 15 оставлять, а потом я протираю здесь и опять накрываю. Вот и все, о чем я хотела сегодня, друзья, с вами поделиться. Спасибо всем за внимание и до новых встреч! Будьте здоровы!